Ира переводится с древнегреческого как «госпожа». Имя довольно редкое даже для городов, а в сельской местности и вовсе почти не встречается. С раннего детства чрезвычайно упрямо и самостоятельно, очень ответственно. Ее врожденная склонность к лидерству и отвага нагоняет страх даже на местных хулиганов. Женщина по имени Кира – обладательница непростого характера. Эта натура крайне противоречивая, суровая, властная, но в то же время рассудительная. Очень мужественно преодолевает все жизненные испытания, самолюбива и тщеславна, но не может жить без лести. Если ее поступки остаются незамеченными, Кира испытывает сильную душевную боль, которую тщательно маскирует. Она принадлежит к числу малоразговорчивых и замкнутых людей. Ее взгляды во многом не совпадают с общепринятым мнением большинства. Она не склонна к компромиссам, поэтому Киру по жизни преследуют конфликты. Эта женщина умна, но слишком быстрая реакция на происходящее и высокая возбудимость мешают ей принимать верные и взвешенные решения. Кира ценит дружбу, на нее всегда можно положиться. В любой ситуации окажет помощь без лишних слов, но никогда не простит предательства. Обычно не злопамятна и не обидчива. Не любит обсуждать кого-либо. Является большой поклонницей чтения. Эти женщины обычно отличаются крепким здоровьем и занимаются спортом. Предпочитают активный отдых. Замужество не слишком их привлекает. Предпочитает свободу. В любовных отношениях первого шага ждут от мужчины. Верны и постоянны. С партнером ведут себя ласково, играя, как кошка с мышкой. Несмотря на некоторую стеснительность, Кира знает толк в интимных делах и умеет восхитить партнера.